Всем привет! Сегодня я расскажу вам, что такое паста водочувствительная и паста бензочувствительная и каким образом их используют. Поехали! Для начала стоит сказать, что пасты бензо- и водочувствительные – это химические определители, которые помогают измерить количество подтоварной воды или нефтепродуктов в различных резервуарах промышленного применения. Кроме того, данная паста может быть использована для определения течи в трубопроводах и различного рода подземных коммуникациях. Как это работает? Водочувствительная паста наносится тонким слоем на градуированную часть метроштока или рулетки. Потом данный метрошток опускают в резервуар с топливом, да так, чтобы нижняя часть метроштока обязательно коснулась дна данного резервуара. Потом его там держат 2-3 секунды, чтобы пошла реакция пасты с водой, и далее вынимают. Та часть метроштока, которая соприкосновилась с водой, изменит свой цвет на яркий. А какой это будет цвет, в зависимости от спецификации пасты, которую вы будете использовать. Абсолютно те же действия справедливы и для бензочувствительной пасты. Просто уровень в данном случае будет не внизу, а сверху, ну и цвет, соответственно, пасты будет также другой. А теперь ближе к герою нашего обзора – пасты McCabe. Данный продукт производится в США и уже зарекомендовал себя как один из лучших среди своих конкурентов. И вот мы, Exim Lab, стали официальным дистрибьютором данного бренда. В ассортименте торговой марки McCabe существует две позиции – паста водочувствительная и паста бензочувствительная. Первое, на чем стоит акцентировать ваше внимание, так это то, что здесь используется новая формула пасты, которая позволяет работать не только с обычным бензином, а и бензином с содержанием этанола. Конкуренты при этом используют различные виды паст, что, согласитесь, не очень удобно при использовании на практике. Также пасты McCabe имеют длительный срок годности, широкий температурный диапазон использования, высокую экономичность и мгновенное изменение цвета. Причем контрастности всегда будет достаточно для определения точного уровня подтоварной воды. Продается паста поштучно. К нам приходит с завода в больших брендированных коробках, в которых находятся коробки поменьше. Водобензочувствительные пасты McCabe, поставляемые Exim Lab, славятся своим высоким качеством и удобством использования на практике, что было не раз подтверждено нашими крупными клиентами.